лицом проверил. Да. Муть какая-то поднялась. Ну, так я. Так, сейчас туда еще. Подержишь? Вот, что? На. Нормальный окунь. Через пару раз посчитаю, Пустим, наверное. Ушли. Не переместились, да? Ну, наверное. Там вот коряшки стоят. Где у тебя там? О, под тем кустом. По той стороне, мне кажется, все. Опа. Есть? Ага. Могу понять. Щука, ну. Щука. Иди сюда, моя хорошенькая. Оп. Вот она где вся стоит, в траве. А уже получше. Уже ближе к килограмму такая. Какой килограмм? Там сколько кустов внизу травы прям вообще, смотри, солнышко греется. Оба, есть.
Опа, нифига себе! Там прет прям нормально. Да? Все, ушла. Нет. Ушла. Мам, подожди, не закидывай. Даже леску свою не вижу. О, хорошая. Нормас. Эй, под лодку пошла. Давай, красавица. Там, а где вся щука-то стоит? Вот это уже за килошку уже. На твою песню действует пока. На заголовок, понимаешь? Вот, ну, подсёк путём. Лещ. Что-то там подрало маленько. Маленько, наверное. Ова! Нифига, окуляра! Дай подсадки. Куда ты, родной? Хороший. Хороший окунь. Окунярка, так окунярка. Глубине, мам. А? Да, пониже попускай, старайся потом в конце. Опа! Щука. Совсем маленькая. О, о какая. Ну такой отпущу, не совсем что-то маленький. Тебя же не поранить сильно-то. Вот, ребят, поймали опять рыбу. Вот хотим ее снять поподробнее, посмотреть, чем она отличается. Ну, смотри, точно нос открыла, закрыт был. Нос закрывается у нее, значит. Так-то вроде похоже все. Вот они, рыбки. Но носы у них разные почему-то. Или просто это еще не доросла. Эта рыба у нас занесена в Красную книгу. Так что мы ее отпустим. Первый пошел. Первый пошел. Оп. Пошла. Второй пошел. Она вообще не понимает, что она это. В воде. Да. Ага. Снимаешь? Че? Ну,
просто вдруг тебе что-нибудь пригодится. Лодку может точно не пригодиться. Ну, кто знает.